И всем привет! И сегодня у нас немного необычный обзор. Обзор сегодня будет на лампу Dormeo Touch Lamp Grey. Дело в том, что сейчас проходит акция «Бабочки в перекрестке». Заключается она в том, что вы делаете покупки в перекрестке, предъявляете на кассе карту клуба «Перекресток», и за каждые полные 500 рублей вы получаете одну бабочку. Накопив достаточное количество бабочек, вы можете обменять с доплатой своей бабочки на либо подушку, одеяло, комплект постельного белья. И в данном случае наша сенсорная лампа. Обойдется она вам в 579 рублей и 5 бабочек вместо 1158 рублей. Сенсорная лампа заключается в том, что первое прикосновение – это ночник, второе прикосновение – мягкий свет, третье прикосновение – яркий свет и четвертое прикосновение – выключение. Лампа Dormeo Primavera наполнит вашу комнату мягким светом, принесенным на крыльях бабочек Dormeo. Вы можете регулировать яркость света легким прикосновением к основанию лампы. Собственно, акция у нас проходит с 25 декабря по 31 марта 2015 года. Суть акции заключается: совершайте покупки в супермаркетах «Перекресток» с карты клуба «Перекресток», получайте бабочки на карту клуба, одна бабочка за каждые полные 550 рублей вашей покупки в магазинах сети «Перекресток» на территории Российской Федерации. Количество накопленных бабочек выводится на дополнительном чеке после каждой покупки. Те, кто владеет картами «Перекресток», знают про этот дополнительный чек. Итак, давайте же рассмотрим, что у нее внутри и как она, собственно, выглядит. Коробка. Вот такая вот красивая коробка. Все на иностранном языке. Здесь характеристики. Единственная русская надпись – это гарантийный срок 12 месяцев и срок службы 5 лет. Используется лампа 28 Вт, что приблизительно равно 40. 370 люмен, 28 ватт, 2000 часов и 8000 циклов. Собственно, вот так выглядит коробка. Внутри у нас инструкция по эксплуатации. Даже есть, присутствует русский язык. Сенсорная лампа Dormeo. Собственно, указаны все основные характеристики. То есть вот так это выглядит. На одну страницу сенсорная лампа, уход, замена лампочки, технические характеристики, размер 12 на 11, высота 24,5 сантиметра, длина шнура 140 сантиметров, материал абажура прокладка ПВХ, внешняя сторона полиэстер, материал основания металл, галогенная лампочка Е14 28 ватт, напряжение 220-240, частота 50 герц, 3 уровня яркости с контролируемым касанием. И второе, это у нас идет гарантийный талон. Соответственно, как всегда, все пусто. Все это по вашему требованию заполняется. Достаем лампу, больше в коробке ничего нету. Вот так вот она выглядит. Чуть даже кривовато наклеили, очень торопились. Дикий спрос на эти лампы. Собственно, внутри у нас установлена лампочка, и на этом с внешним видом все. Пойдемте попробуем. Итак, включаем нашу лампу в сеть. Давайте пробежимся по режимам. Первый, второй, третий и полностью выключено. То есть как ночник, в принципе, рядом читать что-то. Включили на самый яркий и читаете книжку.
светит достаточно ярко, освещает помещение небольшое. Но, конечно, я думал, эффект будет поинтересней. На этом, я думаю, все. Стоит ли она своих денег? Ну, как часть декора красивая, да? Ну, она где-то и стоит 579 рублей. Просто больше, 1158 за нее я бы уже не отдал. Может, кому-то она понравится, подойдет в квартиру. Вся площадка сенсорная, то есть где бы вы не прикасались к ней, она везде переключает режимы. В принципе, удобно. Если вам понравилась эта лампа, бегите в Перекресток до 31 марта за 579 рублей и 5 бабочек, она может стать вашей. На этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока!